Господь, прекрасен Ты, Твоего лица ищу, когда Твоя рука на мне, это все, чего хочу. Когда Твоя рука на мне, это все, чего хочу. Господь, прекрасен Ты, Твоего лица ищу, когда Твоя рука на мне, это все, чего хочу. Когда Твоя рука на мне, это все, чего хочу. Да не будет у меня других богов, пред лицом Твоим, Господь. Да не будет у меня других богов, пред лицом Твоим, Господь. Да не будет у меня других богов, пред лицом Твоим, Господь. Да не будет у меня других богов, пред лицом Твоим, Господь. Я поклонюсь только Тебе и только Тебе. Я буду служить, я поклонюсь только Тебе и только Тебе. Я буду служить, я поклонюсь только Тебе и только Тебе. Я буду служить, я поклонюсь только Тебе и только Тебе. Я буду служить. Да не будет у меня других богов, пред лицом Твоим, Господь. Да не будет у меня других богов, пред лицом Твоим, Господь. Да не будет у меня других богов, пред лицом Твоим, Господь. Да не будет у меня других богов, пред лицом Твоим, Господь. Мы пред лицом Твоим, Господь. Мы пред лицом Твоим, Господь. Пред лицом Твоим, Господь. Пред лицом Твоим, Господь. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank the Lord.
Thank you for your presence in this place. Мы хотим поблагодарить тебя, Господь, за твое присутствие на этом месте. Thank you for pouring out your grace upon us again today. Спасибо за то, что ты изливаешь свою благодать на нас сегодня вновь и вновь. Lord, we pray that you'll release your mighty power of revelation. Господь, я прошу, чтобы ты высвободил силу откровения своего. Open the eyes of our hearts. Открой очи наших сердец. Release the power of your word. Мы высвобождаем силу Слова Твоего. Lord, you've promised that you will never send out your word without accomplishing the purposes for which it was sent. Господь, ты обещал, что ты никогда не пошлешь Слово Свое так, чтобы оно не исполнило то, для чего оно послано. And we want to surrender to your purpose today. Каждый из нас должен смириться пред Твоими целями сегодня. We offer every minute that we have together to you as an offering. Мы посвящаем Тебе каждую минуту нашего общения как нашу жертву. We pray that you will be pleased with this sacrifice. Мы молим, Господь, чтобы наша жертва была Тебе угодна. We have come together to honor our king. Мы пришли сюда и собрались, чтобы почтить нашего царя. We've come together to sit at the feet of Jesus. Мы здесь для того, чтобы сесть у ног Иисуса. Release your word to your servants today. Господь, дай слово твое рабам твоим сегодня. Stir up the gifts in us to teach and to be clear about what you're saying. Господь, возбуди, обнови в нас дары, Господь, на учение и на слышание. And help all in this place to hear and to understand. И помоги всем нам на этом месте слышать и понимать, что ты говоришь. We praise you and we thank you in the name of Jesus. Мы славим тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Amen. Now, in this morning session, I want to speak to you about the identity and the spirit of Islam. Сегодня утром я хотел бы поговорить с вами о том, что из себя представляет дух ислама. And you know that in the Middle East we face lots of conflict with our Arab neighbors. И вы наверняка знаете, что на Ближнем Востоке мы сталкиваемся с немалыми конфликтами. Нашими братьями-арабами. The conflict between Israel and the Arab nations is well known around the world. Конфликт между Израилем и арабскими странами, он хорошо известен по всему миру. And every new administration that comes into power in different capitals wants to apply a political solution to these problems. И каждая новая администрация, каждое новое правительство, приходящее к власти в той или иной стране, желает внести какой-то вклад в разрешение этого конфликта. Year after year, the politicians come from around the world and attempt to impose or suggest a solution to the problem in the Middle East. Год за годом политики собираются для того, чтобы предпринять попытки решить каким-то образом ближневосточный конфликт. And every year, the politicians come and go, and the problems remain. Каждый год политики собираются, расходятся, а проблемы остаются. And the reason is that the conflict in the Middle East between Israel and the Arabs is ultimately not a political conflict. И причина в том, что конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и арабскими странами — это не политический конфликт. This conflict in the Middle East has its roots in the Bible. Конфликт, о котором мы говорим сейчас, уходит корнями в то, что дает нам Писание. In fact, the roots of the conflict between Israel and the Arab nations goes all the way back to the book of Genesis. И по сути, конфликт между Израилем и арабскими народами уходит корнями до книги Бытия. It is ultimately a spiritual conflict. И в самой своей сути это духовный конфликт. And therefore it requires a spiritual answer. И как духовный конфликт, он требует и духовного разрешения. And the politicians of this world really are not equipped to provide that answer. Политики этого мира, они не обладают необходимым для того, чтобы разрешить его. And we have come to the conclusion that only Jesus, the Prince of Peace, can make peace. И мы поняли однозначно, что только Иисус, который является принцем этого мира, может разрешить этот конфликт. Now, of course, all over this region we face wars and the rumors of wars. По всему нашему ближневосточному региону мы слышим о войнах и военных слухах. But ultimately our battle is not in the earthly realm. Но однозначно наша битва, она не происходит в земной сфере. So let's begin by reading Ephesians chapter 6, verse 12. Поэтому давайте и начнем наше сегодняшнее утро того, что прочитаем послание Ефесянам 6:12. Just as a reminder to all of us where the true warfare takes place. Для того, чтобы напомнить самим себе, где же происходит настоящая духовная брань. Ephesians 6 verse 12. Послание Ефесянам 6:12 стих. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной.
We do not wrestle against flesh and blood. Наша брань не против плоти и крови. Our battle as spiritual men and women is in the spiritual realm. Наша брань как духовных мужей и жен Божьих находится в духовной сфере. And we must learn to stand against powers and principalities and spiritual wickedness. И мы должны противостоять против силы мироправителей и против духовного зла. And this is far more real and far more powerful than the armies of this earth. И эти силы, они намного более реальны и намного более сильны, чем все армии нашего мира. There is a battle going on in the heavenlies. В небесных сферах происходит брань, битва. The forces of the Lord and the angels of the Lord are making war against the angels of darkness. Воинство небесное, воинство Господа нашего, они противостоят действию силы тьмы. And we who believe we are key players in this battle. И мы также верим, что мы являемся ключевыми воителями в этой битве. We need spiritual eyes to see what's going on. Нам нужно духовное зрение, чтобы противостоять в этой борьбе. We need a spirit of revelation to understand what the landscape is. Нам нужно духовное откровение для того, чтобы понимать духовный ландшафт. And our prayers are powerful weapons. И наши молитвы представляют из себя сильное оружие. We can release the power of God. Которыми мы можем высвобождать в действие силу Божью, которая изменяет суть духовной битвы. Наши молитвы открывают небеса над нашими семьями, над нашими городами, над нашими странами. Important that believers today understand what's going on in the Arab world and through the Arab world in the world of Islam. Поэтому очень важно для нас, как для верующих, понимать, что же происходит сегодня в арабском мире и по большому во всем мире, который заполнен исламом. Now, having said that there is a spiritual battle taking place, говоря о том, что идет духовная брань, I want to teach you that the roots of this spiritual battle are very human. И я хочу вас в то же самое время сегодня говорить с вами о том, что корни этой духовной брани, они кроются в очень человеческих вещах. Understand the human roots, you'll be able to understand the larger picture as well. Понимая эти человеческие корни этой проблемы, я думаю, мы легче сможем понять всю картину в целом. And the human root to the conflict between Israel and the Arab nations is very simple. Человеческий корень конфликта между арабами и Израилем очень прост. And this root is called rejection. И этот корень называется отверженность. Now, rejection is something that all of us have experienced at one time or another in our lives. Отверженность, я думаю, что все мы можем сказать, что в тот или иной момент своей жизни все мы сталкивались с отверженностью. And it can be one of the deepest and long-lasting hurts that anyone will ever experience. И отверженность может нанести, пожалуй, самые глубокие и долго не заживающие раны, которые только испытывает человек. If you have been rejected by husband or wife. Если ваш муж или жена отвергли вас. If you have been rejected by mother or father. Если мать или отец отвергли ребенка своего. If you have been rejected by a close friend. Если ближайший друг отверг вас. If you have been rejected by someone you wanted to marry. Или кто-то, за кого вы хотели выйти замуж или жениться. If you have been rejected by someone who was a father figure, a mentor, or even a spiritual leader in your life. Если вы были отвержены кем-то, кто был фигурой отца или обладал отцовским образом в вашей жизни. These wounds can be the deepest, most hurtful, and longest-lasting wounds in your entire life. Эти раны отверженности могут оставаться очень долго незаживающими и быть очень глубокими в жизни человека. I know of people who have been rejected by their parents and they're still angry at them years after their parents have already died. Я знаю людей, которые были отвержены своими родителями, пренебрегаемы родителями, и они до сих пор испытывают боль, несмотря на то, что прошло много лет с тех пор, как родители уже даже умерли. Some people say that time heals all wounds. Некоторые люди говорят, и мы знаем это выражение, что время лечит все раны. I want to tell you, this is absolutely untrue. Я могу сказать вам, это абсолютно неправда. Time heals no wounds. Ибо время не исцеляет никакую рану. What begins the healing process is the decision to forgive. Но начало процесса исцеления кроется в решении простить. If you really want to be healed from that wound that someone has given to you, если вы по-настоящему хотите получить исцеление от полученной вами когда-то раны, вам нужно искать Божьи силы и принять решение простить человека, который причинил вам ущерб. Now, we've all felt that hurt
of rejection. И опять-таки я скажу, что каждый из нас так или иначе сталкивался с отверженностью. And many people have not taken the road of forgiveness towards healing. И многие люди, пережив отверженность, они не пошли по пути прощения. And one of the most common ways that people, that human beings choose to deal with these deep hurts. И один из самых распространенных способов, которые люди применяют как средство разрешение проблемы отверженности. One of the most common ways is by using something I call denial. И это то, что используется как отрицание. Denial is you just decide that hurtful event in my life, it never happened. Отрицание, когда я говорю отрицание, я подразумеваю, что человек говорит, вот эта боль, которая была в моей жизни, все, я не было ее, забыли. Or you admit that hurtful event happened, but you deny that you were really hurt by it. Или, возможно, мы говорим, что да, было что-то такое, но я не раненый, со мной все в порядке. You come to the conclusion there's nothing that I can do about it, so I'm just going to go on. И человек, приходя к выводу о том, что он ничего не может с этим сделать, он решает: окей, все, оставили сзади, идем вперед. You develop an attitude: I'm okay. Люди говорят: я в порядке, нормально, это было когда-то, но прошло. I'm not hurt. Мне не было больно. That didn't really hurt me. It didn't really happen to me. Эта рана не болит во мне, и мне никогда не причинил ущерб. You push it down. Отрицая эту боль, мы задавливаем ее. And you just decide to go on. И идем вперед, как будто бы ничего не было. Many, many people do this in big ways and in small ways. Almost everybody does. Практически каждый, наверное, в той или иной степени, в большей или меньшей степени, он поступает таким образом. The problem with this way is that it doesn't heal the hurt. Но проблема с этим состоит в том, что это не приносит исцеления самой ране. It just pushes the hurt out of sight. Рана просто-напросто убирается от глаз. So you're trying to act normal, but deep inside you're really hurt. То есть мы убираем рану с глаз долой, но глубоко внутри боль продолжает оставаться. And eventually that hurt will begin to come out in your life. Но эта боль, так или иначе, она начнет прорываться в жизни человека. Sometimes it can make you even sick. Иногда эта боль может вызвать даже физическую болезнь. A lot of times it begins to distort your relationships with other people. Нередко эта боль вызывает нарушения в наших взаимоотношениях с другими людьми. Sometimes you fall into depression without knowing why. Иногда человек впадает в депрессионное состояние, не понимая почему. Or you might explode in anger at unpredictable moments. Или, возможно, взрывается гневом, вызывает вспышки гнева, не понимая, почему это произошло. Because it's that hurt part of you that is trying to get healing. И все это потому, что эта рана, она требует своего исцеления. But you have denied it and you have pushed it down. Но если мы отвергли ее, то мы ее просто задавили, но не исцелили. Now, sometimes that denial takes on another layer of protection. Иногда это отрицание, оно покрывается еще одним слоем такой ложной защиты. And often people will develop a hostility that goes along with the denial. Иногда в людях начинает развиваться ненависть, враждебность, которая соединяется с отрицанием. Let me give you an example. Я приведу вам пример этого. Now, I work as a pastor most of the time. Большую часть своего времени я занимаюсь пасторским служением. And so it's been my privilege and my responsibility to counsel a number of people. И это моя привилегия и ответственность консультировать людей. Some of you might have had that experience as well. Некоторые из вас, возможно, также с этим сталкивались в жизни. So let's say it's your responsibility to counsel someone who's having trouble in their life. Давайте представим, что к вам пришел человек, у которого есть проблема в жизни, и он ищет совета. They're acting in kind of harsh ways, and they're alienating people around them. Человек, который ведет себя очень так жестковато, и он отделяет от себя, отталкивает от себя людей. They have a lot of personal conflicts with the people around them. У этого человека, представим, есть много конфликтов в отношениях с другими людьми. And so you want to counsel that person and you want to help that person. И, конечно же, мы хотим дать мудрый совет этому человеку и помочь ему разобраться. So the person comes into your office. Человек приходит к вам в ваш офис. And you sit and you begin to talk. Вы садитесь с ним, начинаете разговаривать. Perhaps you pray together. Возможно, вы помолились вместе. And you begin, as you listen, you begin to get an impression, you begin to understand what's happening in this person's life. Слушая этого человека, Господь дает, начинает открывать понимание того, что же происходит с ним. So eventually you say, и в конце концов вы говорите ему, you know, I think the problem that you're experiencing with these other people, и вы говорите ему, что те проблемы я вижу, которые ты испытываешь в отношениях с другими людьми, this problem has to do with a deep hurt of rejection that you have in your life.
Эти проблемы, они связаны с глубокой раной отверженности, которая до сих пор есть в твоем сердце. And because you were rejected and you were wounded in the past, you're acting in a harsh way towards the people around you. И потому что ты был отвержен в прошлом, и эта боль осталась неисцеленным, ты ведешь себя жестко по отношению к другим людям. But if you will begin by forgiving the people who originally hurt you, но если ты начнешь прощать людей, которые ранили тебя, Господь начнет изливать свое исцеление в твою жизнь. And when you're healed and restored, you'll be able to show love and kindness and understanding to all the people around you. Получив исцеление, будучи восстановленным, восстановленным, ты тогда сможешь также проявлять и любовь к другим and людям. Then the person you're counseling looks at you, и тогда этот человек, который пришел за советом, он смотрит на вас and that person says, и говорит, how dare you? Как ты можешь такое говорить? Are you saying that all the problems I have with the people in my life are my fault? Что ты говоришь, что все проблемы, которые у меня есть в жизни, это моя вина? I came to you for help. Ведь я же пришел к тебе за советом. I came to you for encouragement. Я пришел за ободрением. You're accusing me of causing all the problems. А вместо этого ты наоборот обвиняешь меня во всех этих проблемах. You're saying that it's because I'm hurt. Ты говоришь, что я болен. Then I have problems with all, these people have problems with me. И моя боль вызывает проблемы с другими людьми. How can you blame me for this? Как ты можешь обвинять меня в этом? This isn't counseling. Это не совет. This is abuse. Это обвинение. Who's your boss? Кто твой босс? Кому мне пойти жаловаться? I want to have his telephone number. Дайте мне его телефон. I'm going to call and make a report about you. Я позвоню ему, я расскажу ему, как ты себя You're ведешь. Not a good counselor. Ты не хороший консультант. Okay? Anybody experienced something like that? Кто-то когда-то с таким-то встречался, нет? Okay. That's called denial. That's covered with hostility. Вот это вот называется отрицание, которая спрятана под враждебностью. And it's a lot more common than we realize. И это намного более распространено, чем мы, может быть, даже осознаем. In small ways and in great ways. В малом в чем-то или в большем. If you can understand that dynamic, если вы понимаете эту динамику процесса, rejection, denial, and hostility, отверженность, отрицание и враждебность, now you can understand the Middle East. Теперь вы можете легко понять Ближний Восток. Now you can understand the conflict between Israel and our neighbors. Теперь можно легко разобраться с конфликтом между Израилем и его соседями. Let me begin to show you the roots of this conflict. Я хочу показать вам корни этого конфликта. I'd like you to turn with me to the prophet Malachi. Давайте обратимся к книге пророка Малахии. And let's turn to Malachi chapter 1, verses 2 and 3. Давайте обратимся к книге пророка Малахии, первой главе, стихи 2 и 3. Perhaps in your Bible, Malachi is the last prophet before the New Testament. Как вы наверняка знаете, книга пророка Малахии — это последняя книга Ветхого Завета перед Новым Заветом. Okay, Malachi chapter 1, verses 2 and 3. Второй, третий стих первой главы книги пророка Малахии. I have loved you, says the Lord, yet you say, in what way have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, says the Lord, yet Jacob I have loved, but Esau I have hated. Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. In this prophecy, God reveals that he made a choice between two brothers. В этом пророчестве Господь открывает и показывает нам, что он сделал выбор между двумя братьями. And with one of those brothers, he developed a love relationship. И с одним из этих братьев он развивал взаимоотношения любви. But with the other of the brothers, he was unable to develop that kind of relationship. С другим братом эти взаимоотношения любви установить не получилось. So the word of God says, Jacob I loved, Esau I hated. И слово Божье говорит, что Исаака я возлюбил, Исава возненавидел. Jacob I accepted. Извините, Иакова я принял, Esau I rejected. Исава отверг. Now, if anybody has a problem with God making decisions like that, если кто-то видит проблему в том, что Бог принимает подобные решения, you need to understand that our God is a sovereign king. Мы должны понять и смириться и принять то, что наш Бог — это суверенный, независимый Бог. And his ways are perfect.
И пути его, они совершенны, даже если непонятны. But he also manages his kingdom. Но он управляет, руководит своим царством. By making decisions. Принимая решения. What manager, what leader does not make decisions about people? Какой лидер, какой руководитель не принимает решений в отношении тех людей, которые ему доверены? If you are a leader in a church or if you are a manager in a company, you must make decisions about people. Если вы лидер в церкви или руководитель в компании, вы неизбежно будете принимать решения в отношении других людей. You must choose the right person for the job. Вам нужно будет выбирать правильного человека для той или иной работы. In fact, these are the most important decisions you will make. И, пожалуй, эти решения как раз и являются самыми важными решениями. And those of you who have been leaders, who have been managers, you know. И те из вас, кто был на позиции лидера или находится или был руководителем, вы знаете. That when you choose one, by definition, you reject another. То вы знаете, что выбрав кого-то одного, вы тем самым как будто бы отвергаете других. And God is a good manager of his kingdom. И Господь, Он является хорошим менеджером, руководителем своего царства. But he doesn't rule his kingdom far away and in an unconnected way. Но Бог не руководит своим царством, как будто Он где-то удаленный Бог, никогда рядом с нами не пребывающий. God is an up close, personal, we would say in your face kind of leader. Бог, Он является лидером, который всегда находится с нами лицом к лицу, близко с нами. He's not afraid of making tough decisions. И Он не боится принимать твердые решения, решительные. Is the history, the record of his decisions. И Библия, кроме всего прочего, является также записью о тех решениях, которые принимал Господь. Just to remind you, remember the first teenagers in the Bible. Вы помните первых подростков в Библии? Cain and Abel. Каин и Авель. They both brought offerings to the Lord. Они оба принесли пожертвования, жертву Господу. And God made a decision. И Бог принял решение. He said, Cain, I accept your sacrifice and your offering. Sorry, Abel. А он сказал, Авель, я принимаю твою жертву и твое пожертвование. And he said to Cain, I don't accept your offering. It's not acceptable. И он сказал Каину, твое пожертвование, твою жертву я не принимаю. And Cain had to deal with the rejection from God. И Каин должен был разобраться в своем сердце с решением Бога о непринятии его жертвы. What about among the sons of Jacob? Что говорить о сыновьях Иакова? Jacob had 12 sons. У Иакова, как вы знаете, было 12 сыновей. One of them, Joseph, was chosen for special greatness. Один из них, Иосиф, был избран для особого величия. God chose Joseph. Бог был тем, кто избрал Иосифа. And that meant he rejected the other 11 brothers. И в определенном смысле можно сказать, что избрав одного, Бог отверг как бы других 11. In both of those cases, в обоих этих случаях, the rejected ones reacted with hostility. Те, кто был отвержен, те, кто был не избран, они отреагировали или ответили враждебностью. In Romans chapter 9, the apostle Paul defends God's right to choose. В 9 главе послания Римлянам апостол Павел, он становится на защиту Божьего права принимать выбор. In fact, in Romans chapter 9, the apostle Paul quotes the same scripture from Malachi. В 9 главе книги Римлянам апостол Павел цитирует место Писания из Малахии, которое мы читали. And he says, who are we to question God about his decisions? И он говорит, кто мы, люди, чтобы задавать Богу вопросы или подвергать сомнению Божьи решения? God is sovereign. Бог суверенный Бог. God's decisions are right. Божьи решения верны. God's decisions are perfect. Божьи решения совершенны. And he chose Jacob and not Esau among those two brothers. И он избрал Иакова, и не Исава среди двух братьев. Now you know that these two brothers were very different. И вы знаете, что эти два брата, они очень отличались друг от друга. They were twins. Они были двойняшками, близнецами, двойняшками. Esau was the older of the two because he came out of his mother's womb first. Притом Исав, он был старше, потому что первый вышел из материнской утробы. Jacob came out holding on to the heel of his brother. Иаков же, рождаясь, он держался за пятку своего брата. And they grew up to be very different kind of men. И они выросли и стали совершенно разными людьми. The Bible says that Esau, when he was born, he already had hair all over his body. Писание говорит, что Исав, когда он родился, он был уже рожден такой волосатый. And he grew up to be a great hunter. И он вырос и стал прекрасным охотником. I'm sure he was strong and big.
Я уверен, что он был такой, знаете, крепкий парень, крепкий орешек. And he was always his father Isaac's favorite son. И при этом он был всегда любимцем своего отца Исаака. I think Esau was like a hero to the family. Я думаю, что Исав, он был такой, знаете, семейный герой. He would go out into the wilderness and he would hunt wild animals and bring their bodies back for the family. Он уходил в пустыню на охоту и приносил домой убитое животное. Это было показателем его мужественности. And while Esau was doing these heroic things, what do you suppose his brother Jacob was doing? И в то время, когда Исав совершал все эти свои охотничьи подвиги, чем в это время занимался Яков? I think Jacob was stayed in the tent and was sharing recipes with his mother's friends. В это время Яков сидел дома и переписывал рецепты у друзей своей матери. Because the Bible says that Jacob was not a great hunter. Писание говорит о том, что Яков не был прекрасным охотником. Jacob was a good cook. Он был хорошим поваром. So you have a picture of these two very different brothers. И вы видите, эти два брата, они были разные. And also Jacob grew up knowing that he would never be his father's favorite. Более того, Яков, вырастая, он понимал, что благоволение отца, оно на Исаве. And I think that gives us some insight into the type of person he became. Я думаю, это дает нам также понимание того, какой личностью он был. But nevertheless, при всем при этом, before these two twins were born, God had already chosen. Еще до того, как эти двойняшки, братья, были рождены, Бог уже тогда сделал свой выбор. Before they were born, God had already told the mother, "I've chosen the younger son." Еще до того, как они родились, Бог уже сказал матери о том, что я избрал младшего. And that's why when we talk about the God of the Bible, we say Abraham, Isaac, and Jacob. Поэтому, когда мы с вами говорим о библейском Боге, о Боге нашей Библии, то мы говорим, что это Бог Авраама, Исаака и Иакова. That became God's choice for the inheritance. Потому что эти трое, они были Божьим выбором той линии родословной его наследия. You know, the day came when Esau came back from the field and he was very hungry. Пришел день, когда Исав вернулся с охоты, он был очень голоден. And Jacob had made this very delicious stew. И Исав, Яков, точнее, приготовил это очень вкусный суп. He'd made it out of lentils. It was red stew. Он приготовил эту похлебку чечевичную. And so Esau said, "Give me some of that stew because I've been hunting and I'm very hungry." И Исав сказал ему: "Дай мне этой похлебки, я изголодался, я был на охоте." And Jacob said, "Okay, you can have some of the stew, but give me your birthright in exchange." При этом Яков сказал: "Хорошо, я дам тебе этой похлебки, но ты продашь мне за нее свое первородство." Esau was so hungry. He said, "What good is an inheritance when I'm this hungry?" Исав был настолько голоден, что он сказал: "Какой мне толк до этого первородства? Я голодный." And so he despised his inheritance, and he made the exchange. И он пренебрег своим первородством и поменял его на похлебку. And then later Jacob had to deceive his father. Позднее Иаков, он еще и обманул своего отца. And he received the blessing that was supposed to go to Esau. И принял обманным путем благословение, которое принадлежало и должно было пойти Исаву. And then, of course, he had to leave the family. И, конечно, после этого он должен был убегать, оставить семью. How did Esau respond to this? Как же Исав отреагировал на все это? Let's take a look in Genesis 27. Давайте посмотрим на то, что произошло в Бытие 27 главе. Now we know because we know the story that this was all God's plan. Мы знаем, потому что мы знаем эту историю из Писания, что все это являлось частью Божьего плана. Because God had chosen Jacob. Потому что Бог избрал Иакова. But Esau responded to this in this way. Look in verse 41. Но посмотрим 41 стих, и мы увидим ту реакцию, которую проявил Исав. So Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him, and Esau said in his heart, "The days of mourning for my father are coming, then I will kill my brother Jacob." И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав в сердце своем: "Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего." So just like Cain, just like the brothers of Joseph, Esau decided that he would act in hostility towards his brothers. И вы видите, что так же само, как Каин, так же само, как 11 братьев Иосифа, Исав также решил ответить ненавистью и противлением. And Jacob ran from the family. Иаков же убежал от семьи. Now the bitterness and the hurt that Esau felt, то та горечь и боль, которую испытал Исав, because he'd been rejected from what he believed was his, боль, которую он испытал, будучи отверженным, а не получив то, что он считал своим, he then tried desperately to please his parents.
Он позднее хотел угодить своим родителям. And he tried to find a wife that would please them. И он хотел найти жену, которая была бы угодна его родителям. Please take a look in Genesis 28. Посмотрите 28 главу книги Бытия. I want to show you the wife that Esau chose. It's very important. Давайте посмотрим, какая была жена, которую выбрал Исав. Это очень важно. Genesis 28 and verse 6. Шестой стих. Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Padan Aram to take himself a wife from there, and that as he blessed him, he gave him a charge, saying, "You shall not take a wife from the daughters of Canaan." Исав увидел, что Исаак благословил Иакова и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав: "Не бери жены из дочерей ханаанских." And that Jacob had obeyed his father and mother and had gone to Padan Aram. И что Иаков послушался отца от своего и матери своей и пошел в Месопотамию. Also, Esau saw that the daughters of Canaan did not please his father Isaac. И увидел Исав, что дочери ханаанские не угодны Исааку, отцу его. So Esau went to Ishmael and took Mahalat, the daughter of Ishmael, Abraham's son, the sister of Nebaiot, to be his wife in addition to the wives he had. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалаву, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Навиафову, сверх других жен своих. Okay, so here's this rejected brother Esau. Вы видите здесь этого отверженного брата Исава. And he goes to a man to marry his eldest daughter. И он идет к человеку для того, чтобы взять в жены его старшую дочь. Who does he go to? Кому он идет? A man called Ishmael. Он идет к человеку по имени Исмаил. Okay. Who is Ishmael? Кто же он, этот Измаил? Ishmael is another rejected brother from a generation earlier. Измаил является еще одним отверженным братом из предыдущего поколения. Because a generation earlier God had made a similar choice. Потому что в предыдущем поколении Бог принял подобное решение, похожее решение. And when Abraham had two sons, God said, "I've chosen Isaac." And I rejected Ishmael. И когда у Авраама было два сына, то Бог сказал: "Я избрал Исаака, а Измаила отверг." God said, "Send Ishmael away." Бог сказал: "Отошли от себя Измаила." I will bless him. I'll make him a prince of many nations. Я благословлю его, я сделаю его князем над многими народами. But he is not the chosen son for the inheritance that I'm giving you, Abraham. Но он сказал Аврааму: "Измаил не является избранным сыном для наследия, которое я приготовил для тебя, Авраам." So Ishmael was rejected. И Измаил был отвержен. Then a generation later Esau was rejected. Через одно поколение Исав был отвержен. Then Esau marries the daughter of Ishmael. И позднее Исав, он выходит, он женится на дочери Измаила. And their families are joined. И эти две семьи соединяются. Now in the Bible, в Библии, the sons that they had after that, те сыновья, которые у них были впоследствии, their names are all in the Bible. Все их имена мы можем найти в Библии. And the grandsons, их внуки. And the territory that God gave them. И те территории, которые Господь дал сыновьям Исмаила и Исава. But I doubt that anyone here has memorized the names of Ishmael's grandsons. Я не думаю, что среди нас есть кто-то, кто знает наизусть с имена сыновей Исмаила. I don't think anyone remembers the sons of Esau, what were their names? Если кто-то, может быть, помнит, каковы были имена сыновей Исава. They're in the Bible. Они в Библии. But nobody has really cared about them. Но по сути, никому до них особо не было дела. Why not? Почему нет? Because we identify with the other side of the family. Потому что мы считаем, что мы присоединены к другой части семьи Авраама. We say, "I serve the God of Abraham, Isaac, and Jacob." Мы говорим, что я служу Богу Авраама, Исаака и Иакова. But when we say that, and that phrase just flows off of our lips, doesn't it? И когда мы говорим эту фразу, мы говорим ее иногда практически даже не задумываясь. When we say that, we're really recounting a series of decisions that God made. Когда мы говорим об этом, мы по сути напоминаем или упоминаем еще раз целую серию решений, принятых Богом. Abraham, Isaac, and Jacob. Авраам, Исаак, Иаков. And then Jacob's name was changed later to Israel. И позднее Иаков был переименован в Израиля. And he had 12 sons who became head of the tribes of Israel. И у него родились 12 сыновей, которые стали главами колен Израилевых. And they went into Egypt and they came out under Moses. Они пошли в Египет и вышли оттуда позднее под руководством Моисея. So from them we get Moses and the law.
От них, от этих 12, мы получаем Моисея и закон. From them we get the judges and the kings and the prophets. От них мы потом позднее имеем судей, царей и пророков. Then we get Jesus and the apostles and all of the New Testament. Иисус и пророки и апостолы, весь Новый Завет, все от них. It's all that side of the family. Это все представляет эту часть семьи. Then we come along as Gentiles, and by faith we are grafted into that tree. И мы позднее, как язычники, как неевреи, мы присоединяемся к этой части семьи Авраама. But we as Gentiles, through faith in Jesus, we're grafted into that side of the tree. Мы как язычники, мы привились к этой части родословного дерева. But what about the other side of the family? А что же с другой частью семьи? What about Abraham, Ishmael, and Esau? Что мы можем сказать об Аврааме, Измаиле и Исаве? What about their children? What about their nations? Что мы знаем или что мы можем сказать о их детях, о том, что происходило с ними? We haven't cared about them. Нам в принципе, давайте будем честными, не было дела до них. We haven't studied them. Мы не изучали их жизнь. Christians haven't taken them seriously. Христиане на протяжении поколений не относились к этой родословной линии серьезно. Until today. Может быть, до сегодня. Because today they have all the oil. Потому что сегодня у этих детей есть вся нефть мира. Because Ishmael and Esau are the great fathers of all the Arab people. Потому что Исмаил и Исав, они являются праотцами народа арабского. All the Arab people, all of those nations there in the Middle East that surround Israel, they are the descendants of Ishmael and Esau. Все народы, окружающие Израиль, все арабские страны и нации, это все потомки Измаила и Исава. And you know what? Time heals nothing. И вы видите сами, что на этом примере мы убеждаемся лишний раз в том, что время ничего не лечит. They're still hurt. До сих пор рана и боль присутствуют. Because this wasn't a rejection that they received from men. Потому что это даже не было отверженностью, которая была от человека. This wasn't some political rejection. Это не было такое политическое отвержение. They were rejected by God. Они были отвержены и не приняты Богом. Try to understand how deep a wound that can be. Попытайтесь понять, насколько глубокой может быть такая рана. Now let me pause right here to tell you something about God's solution for rejection. И давайте я остановлюсь на секунду, я расскажу вам о Божьем решении для отверженности. And again, rejection is something that all of us have experienced at one time in our life. Как я уже говорил, отверженность — это нечто, что каждый из нас испытал в своей жизни. God's solution for rejection is the gift of His Son Jesus. Божье решение для отверженности, проблемы отверженности, это дар Его Сына Иисуса. Jesus should have been accepted by everyone. Иисус, Он должен быть принят каждым. But instead, He came to His own, and His own did not receive Him. Но Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. And He was rejected by this world. И Он был отвергнут миром. And as a result, He was cruelly tortured and killed. И как результат этого, Он был жестоко изуродован, побиваем и распят. Jesus knows what rejection means. Иисус знает, что такое отверженность. Jesus knows what rejection feels like. Иисус знает, как чувствует себя отверженный. And, but still he said, as they killed him, he said, Father, forgive them. Но даже когда его распинали, он сказал, Отче, прости их. He released the power of forgiveness. Он высвободил силу прощения на своих хранителей. And he showed us that example. И он показал нам в этом пример. So that now anyone in the world, no matter where you're from. И поэтому сегодня во всем мире, независимо от того, откуда вы, независимо от того, кто вас отверг, отец, мать, муж, жена, независимо от того, насколько глубока ваша рана, you can find comfort and healing in Jesus. Мы можем найти утешение и исцеление в Иисусе. God only has one son. У Бога есть лишь один сын. There's only one begotten son of God. Есть только единственный, единорожденный сын Божий. All of God's acceptance, all of God's love, all everything in God is focused on His Son Jesus. Все принятие, какое есть у Бога, вся любовь, которая есть у Бога, все это дано и излито на Его единородного Сына Иисуса. So when you are born again, you come into Jesus.
И когда мы рождаемся свыше, мы входим в жизнь в Иисусе. И тот же самый Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, начинает жить в нас. And by faith you are empowered to come before God in Jesus. И верою мы получаем силу Божью прийти пред Ним и быть принятым в Иисусе. In Him we have all the riches of the kingdom. В Иисусе мы имеем все богатство Царства Божьего. Он наше покрытие. Чтобы предстать пред Богом, мы облачаемся в Его ризы праведности. Поэтому, когда мы стоим пред Богом в Его Сыне Иисусе, вы начинаете испытывать самую интенсивную acceptance and love, that is possible in the entire universe. Мы тогда можем испытать самую могучую, самое сильное принятие, которое только может быть во вселенной. It doesn't matter if your parents didn't want you to be born. Это не важно, даже если ваши родители не хотели, чтобы вы родились. It doesn't matter if your mother tried to abort you, but you were born anyway. Это не важно, если ваша мать пыталась сделать аборт, но вы родились. Возможно, вас выгнали из дому, и другие люди воспитывали вас. Не важно, если вас бросил муж или жена, или отвергли друзья. When you come to God in His Son Jesus, you are the most accepted person in the world. Если вы приходите к Богу в Его Сыне Иисусе, вы являетесь самым принятым человеком во всем мире. When you stand before God wrapped in His righteousness, no one can be more accepted by God than you. Когда вы стоите пред Богом, облаченным в Его праведности, нет никого другого, кто может быть более принятым, нежели вы. And there is the healing for every rejection that could possibly be. И в этом и есть исцеление для любого возможного, для любой возможной отверженности. In fact, that's why we preach this gospel. Именно поэтому, в частности, мы и проповедуем Евангелие. Because all have been rejected. Потому что все мы были отвергнуты. Okay, so think about the descendants of Ishmael and Esau. Еще раз подумайте о потомках Исмаила и Исава. They were rejected by God. Они были отвержены Богом. Deeply hurt. Глубокая, глубочайшая рана. Angry. Не гнев. Crippled in a way. Они по сути были хромыми в душе What своей. Is the solution for them? Каково же решение для этой проблемы? The gospel of Jesus Christ. Решение единственное лишь Евангелие Иисуса Христа. They need someone to go and tell them you can be accepted by God. Они нуждаются в том, чтобы кто-то сказал им, что в Боге можно быть принятым. And your deep hurt can be healed. И ваша глубокая рана в нем может быть исцелена. But wait. Но подождите. What stops us from going and telling them this? Что же останавливает нас от того, чтобы пойти и сказать им это? Deny. Отрицание. And hostility. И враждебность. If you go to the countries that are our neighbors in the Middle East, если вы поедете в наши соседские страны на Ближнем Востоке, and if you say to them, I know what your problem is. Если вы придете к ним и скажете, я знаю, в чем ваша проблема. Your problem is rejection. Ваша проблема – отверженность. But I have the solution for you. Но у меня для вас есть решение. You can be healed through faith in Jesus Christ. Вы можете быть исцелены через веру в Иисуса Христа. How will they respond? Как они ответят? In some of those countries, they'll just kill you. В некоторых из этих стран они ответят очень просто, вас просто убьют. Why? Почему? Why will they react this way? Почему они отвечают таким образом? Because about 700 years after the New Testament was written. Потому что приблизительно через 700 лет после того, как был написан Новый Завет, they had another prophet. У них был еще один пророк. Came out with another book. Который пришел и дал им другую книгу. And millions and millions of people believed that prophet and believed that book. И миллионы людей поверили этому пророку и той книге. Exactly. И та книга говорит полностью противоположное тому, что написано в этой книге. Эта книга говорит, что Бог избрал Исаака и Иакова. Та книга говорит, что Бог избрал Исмаила. This book says that God has a son. Эта книга говорит, что у Бога есть сын.
That book says God is not a father and he has no son. Та книга говорит, что Бог он не может быть отцом и у него не может быть детей. And it goes on and on. И так это продолжается одно за другим. At key points that book directly contradicts what this book says. Во многих, в самых главных моментах эта книга противоречит или входит в конфликт с тем, что написано в той книге. And I submit to you that that book exists in order to deny what this book says. Я хочу сказать вам, что та книга написана для того, чтобы отрицать написанное в этой книге. It is a system of denial. Эта книга, она дает систему отрицания. What? I'm not hurt. Я мне не больно. I'm not hurt because I was never rejected. Мне не больно, потому что никто меня не отверг, говорит эта книга. I was always the chosen one. Более того, я всегда был избранным. The inheritance, therefore, is mine. А поэтому и все наследие, оно мое. Okay, so do you understand now what's going on in the Middle East? Теперь, я надеюсь, вы больше понимаете, что происходит на Ближнем Востоке. This is the longest running family feud in the history of the world. Ближневосточный конфликт — это самый долгий по времени семейный конфликт. It's two sides of Abraham's family arguing over an inheritance. Это две части в семье Авраама, которые до сих пор спорят о своем наследии. That's why this little tiny piece of land called Israel. Поэтому это крошечный клочок земли под названием Израиль, it's 2% of the land in the Middle East. Который представляет из себя 2% ближневосточных территорий. As far as we know, it has no oil. Настолько, насколько мы знаем, там нет нефти. That's why this little tiny piece of land is such a problem. Поэтому этот малюсенький клочок земли представляет такую большую проблему. Because it's like a thorn stuck in the side of our neighbors. Потому что этот клочок земли, он подобно шипу, который торчит в боку наших других соседей. The Jewish people are known as the people of the book. И еврейский народ, он известен как народ завета, народ книги. And of course that means this book. И когда мы говорим о народе книги, мы говорим об этой книге. This story. Об этой истории. This truth. Об этой истине. And this truth says that Jacob I have loved, but Esau I hated. И эта книга, эта история говорит о том, что Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. And this hostility, и это болезненно. This hostility that is rooted in that rejection. И эта враждебность, которая кроется под отверженностью, has become now a spirit. Стала теперь духом. And it is spread in a religious way. Духом, который распространен в религиозной форме. And now that spirit infects people who aren't even the descendants of Esau and Ishmael. И этот дух теперь начинает поражать также людей, которые не являются потомками Измаила и Исава. And you know exactly what I'm talking about. Я знаю, что вы в точности понимаете, о чем я говорю. That spirit has spread. Этот дух он распространился throughout history. На протяжении истории. And particularly today. И в особенности в наши and дни. The focus of that spirit и фокус этого духа is to destroy the state of Israel. Состоит в том, чтобы разрушить государство Израиль, and уничтожить they, его. And that spirit will stop at nothing. И этот дух не остановится ни перед чем, чтобы достигнуть этой цели. How much effort, how much treasure has been invested in destroying this little tiny country. Сколько много усилий и богатства, состояния потрачено на то, чтобы предпринять попытки уничтожения этого клочка земли. That is only 2% of the land in the Middle East and no oil whatsoever. Клочка земли, который всего лишь 2% Ближнего Востока с полностью практически отсутствием всяких природных ресурсов. It makes no sense at all. Это практически нелогично. Unless you understand this from the Bible. Нелогично, если только мы не смотрим на это с библейской точки зрения. I want to show you this spirit so you'll know how to pray because I believe it impacts your situation here in Kyrgyzstan. И я сейчас говорю и хочу с вами разобрать это действие этого духа для того, чтобы мы могли молиться и быть эффективными в той ситуации, с которой вы сталкиваетесь здесь, в Кыргызстане. The Bible says that sometime later Esau's name was changed to Edom. И позднее Библия говорит также, что Исав, его имя было изменено на Эдом. You know, and Edom means red.
И Эдом, Адом на иврите, это значит красный. And because he traded his birthright for that red stew. И это все потому, что он заменил, продал свое первородство за красную чечевичную похлебку. I mean, that's exactly what the Bible says. Это в точности то, что написано в Библии. And really, in for the descendants of Esau, that's a shameful story. И для потомков Исава сама эта история, она постыдна. It's a hurtful story. Это болезненная история. But that name Esau, the name Edom in the Bible. Но это имя Эдом в Библии. It becomes a code word, I believe, for this spirit. Я верю, что это стало своего рода кодовым именем этого духа. And so, if you want to do a Bible study on Edom, you'll see this spirit. И если вы сделаете библейский урок, если вы изучите Библию по отношению всего, что она говорит об Эдоме, вы увидите этот дух, который стоит за ним. И я верю, что это тот дух, который сегодня в Азии, в Центральной Азии, в Средней Азии очень распространен. Что же Бог собирается делать со всем этим? Let's take a look in Psalm 83. Давайте посмотрим 82-й Псалом. Turn with me to Psalm 83. 82-й Псалом. I want you to understand this spirit and God's actions towards it. Я хочу, чтобы вы поняли суть этого духа и то, что Господь собирается и хочет делать. And may those of you with eyes to see begin to see this. И я верю, что Господь, Он жаждет открыть очи наших сердец для того, чтобы мы увидели истину. So that you can understand the conflict of our time. Чтобы мы могли понимать самый животрепещущий конфликт наших дней. Some of the conflicts that directly impact this region. Конфликт, который напрямую оказывает влияние также и на ваш регион. Look with me in Psalm 83, verse 1. Давайте посмотрим 83-й Псалом. Here the psalmist is crying out to the Lord. Второй стих, и мы видим здесь, псалмопевец, он взывает Господу. Do not keep silent, O God. Do not hold your peace, and do not be still, O God. Psalm 83, verse 1. 82-й Псалом, второй стих. Боже, не примолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже. For behold, your enemies make a tumult, and those who hate you have lifted up their head. Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. They have taken crafty counsel against your people and consulted together against your sheltered ones. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Посмотрите дальше, пожалуйста, на пятый стих. They have said, "Come, let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be remembered no more." Пятый стих говорит: они сказали: пойдем и истребим их из народов, чтобы не воспоминалось более имя Израиля. This psalm was written more than 2,000 years ago. Не забудьте, пожалуйста, друзья, что этому псалму намного больше, чем 2000 лет. That same spirit is just alive today as it was when these words were written. И тот же самый дух, о котором пишется в этом псалме, он до сих пор жив и действует в наши дни. Let us cut them off from being a nation, so that the name of Israel will be remembered. No more. Пойдем и истребим их из народов, чтобы более даже не упоминалось имя Израиля. Why? Почему? Because the existence and the remembrance of Israel is so hurtful. Потому что сам факт существования Израиля болезненен. It causes so much pain in the hearts of our neighbors. Это вызывает огромную боль, сам факт этот, в сердцах наших соседей. Because they have not received the gift of forgiveness and they have not been accepted through the faith in God's Son Jesus. Потому что до сих пор пока еще они не приняли дар прощения и принятия в Сыне Бога Иисусе Христе. Who are these ones? Кто же они, эти люди, которые говорят такое? According to the psalm. В соответствии с этим псалмом. Verse 5. Шестой стих. They have consulted together with one consent. They form a confederacy against you. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. The tents of Edom and the Ishmaelites. Moab and the Hagrites. Селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаритяне. Гевал, Амон, Амалек, Филистия and the inhabitants of Tyre. Гевал и Амон, Амалик, филистимляне и жителями Тира. Verse 8. Assyria has also joined with them. They have helped the children of Lot. И Ассур пристал к ним, они стали мышцей для сынов Лотовых. If you modernize those names, you have our entire neighborhood. Если посмотреть на эти имена и посмотреть на территории, которые были даны им,
то мы видим весь Ближний Восток. In our region, nothing has changed in 2,500 years. В нашем регионе, по сути, ничего особо не изменилось за последние 2,500 лет. Because the only thing that will change this is the forgiveness that comes from the grace of God. Потому что единственное, что изменит обстановку в Ближнем Востоке, это прощение через Сына Божьего. And the only real solution is to experience that acceptance that comes through being in Jesus, the Son of God. И единственное решение – это принятие в Сыне Божьем Иисусе Христе. When our Arab friends receive the Lord, когда наши друзья арабы принимают Господа, it is a wonderful thing to behold. Это прекрасное зрелище. Their commitment to Jesus is unparalleled. Их посвященность Иисусу становится просто непревосходной ни с чем, несравнимой ни с чем. Their joy knows no bounds. Их радость, она безгранична. And one day, as this great tsunami of the gospel moves towards Jerusalem, и в один из дней, по мере того, как цунами Евангелия распространяется и катится к Иерусалиму, we're going to see those barriers fall. Мы увидим, как границы и барьеры будут падать. And there will be such a shout of joy from the sons of Ishmael and Esau that the entire world will hear it. И мы еще услышим возгласы радости сыновей Исава и Измаила, которые поглотят весь мир. I believe their awakening and their healing will be so fast and powerful. Я верю, что их пробуждение и исцеление будет таким сильным и могучим. I believe they may not even have time to build church buildings. Я думаю, у них даже не будет времени для того, чтобы успевать строить церковные здания. They'll just have to use the existing houses of worship and just start to worship Esau, the Son of God. Они будут пользоваться, возможно, уже существующими зданиями, домами и начнут поклоняться Богу Израиля. In Israel, we know who our enemies are. В Израиле мы знаем, кто они, наши враги. But our King has also commanded us to love our enemies. Но наш Бог, Он дал нам заповедь любить врагов наших. And so regularly we pray for Lebanon, for Syria, for Jordan, for Saudi Arabia, for Iraq, for Iran. We pray the love of God upon them. Поэтому регулярно мы молимся о благословении за Ливан, Сирию, Иран, Саудовскую Аравию, Иорданию. And we pray that God will grant them great, great revival. И мы молимся о том, чтобы Господь даровал им великое пробуждение. And now we're going to include all those people that have come under that same spirit. И теперь я верю, что мы также должны молиться и за других людей, которые подпали под действие этого духа. That spirit of Edom. Духа Эдома. And all its religious forms. Во всех его религиозных проявлениях. We're going to pray the grace of God upon them. Мы будем молиться о благодати Божьей на них. Because God desperately loves them. Потому что Бог, Он любит их страстно также. And wants to set them free. И хочет даровать и освободить им, и даровать им свободу. Now I believe that the Bible has a prophetic picture of what will happen in the future. И я верю, что Библия дает нам также пророческую картину грядущих событий. I believe that the Bible has a prophetic picture of what will happen when Esau's heart is changed. Я верю, что Библия дает нам пророческую картину того, что произойдет, когда сердце потомков Исава изменится. What will Esau be like when Esau is born again? Каким будет этот Исав, когда он будет рожденным свыше Исава? What will Esau be like when the Spirit of God has begun to heal his wounds? Каким будет этот Исав, когда Дух Божий начнет исцелять его раны? I believe there's a powerful prophetic picture in the book of Genesis. Я верю, что мы видим пророческую очень сильную картину в книге Бытия. Turn with me to Genesis chapter 33. Давайте обратимся к 33 главе книги Бытия. This is a story of how Jacob and Esau meet. Later in their lives. Здесь мы видим историю о том, как Исав и Иаков встречаются позднее в жизни. And it's my belief that this is a prophetic picture of what is yet to come in the future. И я верю, что это пророческая картина того, что еще впереди, что еще грядет. Between the sons of Jacob and the sons of Esau. Пророческая картина того, что произойдет между сыновьями Иакова и сыновьями Исава. Now you know that Jacob ran from the anger of his brother. Вы знаете, что Иаков, он убежал от гнева брата своего. And he married and had children. Он женился, у него родились дети. And the Lord blessed him and he increased in flocks and herds. Господь благословил его, даровал ему множество стад.
But the day came when he could not avoid meeting his brother again. Но пришел день, когда встреча с братом стала неизбежной. And Jacob had just had this encounter with God, where his name had been changed to Israel. И перед этим как раз у Якова была невероятная встреча с Богом, в ходе которой его имя было изменено на Израиль. And so he prepared to meet his brother. И он приготовился, готовился к тому, чтобы встретиться с братом. Esau was coming to him with 400 armed men. И Исав, вы знаете, он вышел к нему навстречу с 400 вооруженными солдатами, своими помощниками. И Иаков, я верю, он был просто в ужасе от того, что может произойти. Here's what happened. Genesis 33, verse 1. 33 глава с 1 стиха. Now Jacob lifted his eyes and looked, and there Esau was coming, and with him were 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two maidservants. Взглянул Иаков и увидел, вот идет Исав, и с ним 400 человек, и разделил детей Леи, Рахили и двух служанок. Then he put the maidservants and their children in front, and Leah and her children behind, and Rachel and Joseph last. И поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. Then he crossed over before them and bowed himself to the ground 7 times until he came near his brother. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. Вы видите в этой истории, насколько страстно хотел Иаков найти мир со своим братом. But somehow something has happened to Esau, and we're not told what it is in Genesis. В книге Бытия нам не говорится, что произошло с Исавом, но дальше читаем, мы видим, что он уже другой. That's why I believe this is a prophetic picture of a born again Esau. Поэтому я верю, что здесь мы видим пророческую картину рожденного свыше Исава. Somehow his heart has been changed towards his brother Jacob. Каким-то образом его сердце было изменено в отношении своего брата Иакова. Look at the next verse, verse 4. Посмотрите следующий стих, 4 стих. But Esau ran to meet him and embraced him and fell on his neck and kissed him and they wept. И подбежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Now he loves his brother. Мы видим, насколько сильна теперь в нем любовь к своему брату. Verse 5. Пятый стих. And he lifted his eyes, and he saw the women and children, and he said, "Who are these with you?" And Jacob said, "The children whom God has graciously given your servant." И взглянул и увидел жен и детей и сказал, "Кто это у тебя?" Иаков сказал, "Дети, которых Бог даровал рабу твоему." Then the maidservants came near, they and their children, and they bowed down. И подошли служанки и дети их и поклонились. And Leah came near and her children, and they bowed down. Afterwards, Joseph and Rachel came near and they bowed down. Подошла и Лия и дети ее и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль и поклонились. Then Esau said, "What do you mean by all this company that I've met?" And Jacob said, "These are to find favor in the sight of my Lord." И сказал Исав, "Для чего у тебя это множество, которое я встретил?" И сказал Иаков, "Дабы приобрести благоволение в очах господина моего." Jacob has come to the place where he's offering everything he has to his brother for peace. Иаков подошел к тому, чтобы отдать, он готов отдать своему брату все, что у него есть, лишь бы обрести с ним мир. But now look how Esau responds to him. Но посмотрите, как Исав отвечает ему. Verse 9. 9 стих. Esau said, "I have enough, my brother. Keep what you have for yourself." Исав сказал, "У меня много, брат мой. Пусть будет твое у тебя." Wow. Wow. Can you imagine how different the politics of the world would be today? Можете ли вы себе представить, насколько отличалась бы политическая ситуация в нашем мире сегодня? If the sons of Esau today said that to Israel? Если бы сыновья Исава сегодня сказали это Израилю? Brothers, keep what you have for yourself. Братья, все, что у вас есть, оставьте себе. We already have enough. У нас есть более чем достаточно. We have 98% of the land in the Middle East. У нас есть 98% земли Ближнего Востока. We have all the oil. У нас есть вся нефть. You brothers, you keep that little 2%. You have, it's a, keep that. У вас, братья, 2%, они вам, оставьте себе. Overnight. The politics of the world would be completely different, don't you agree? Тогда за одну ночь вся политическая карта мира изменилась бы, не правда ли? That's what will happen when Esau is born again. Но это то, что произойдет, когда Исав родится свыше. Now, I'm not done yet. I want you to see the response of Jacob. И я еще не закончил. Я хочу, чтобы вы увидели также и то, как Иаков отреагировал. How does unsaved Jacob respond to saved Esau? Как неспасенный Иаков
отвечает своему спасенному брату Исаву. How will unsaved Israel respond to born-again Arabs? Как неспасенный Израиль отреагирует и ответит рожденным свыше арабам? Десятый стих. Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей. Ибо я увидел лице Твое, как бы кто увидел лице Божье, и Ты был благосклонен ко мне». And so Jacob says to his brother, whatever I can give you, you take, because in your face now I see the face of God. Иаков теперь говорит: все, что у меня есть, возьми, я готов отказаться от всего, потому что в тебе сейчас я вижу Бога. Esau is the rejected brother, the brother who swore to kill Jacob. Исав — это отверженный брат, брат, который поклялся убить Иакова. Now Jacob sees God in his face. А теперь Иаков видит самого Бога в его лице. I believe this is a prophetic picture of what is to come. Я верю, что это пророческая картина того, что грядет. По мере того, как великое цунами пробуждения прокатывается по Азии, по мере того, как это пробуждение пройдет по Центральной и Средней Азии и докатится до арабского мира, great massive revival. И в арабском мире будет большое сильное пробуждение. I believe the day will come. Я верю, придет день. When Arab Christians. Когда арабы-христиане. They will be the ones to go to Jerusalem. Они будут теми, кто пойдет в Иерусалим. And they will say, my brothers, the Jews, get ready for your great revival. Они скажут: братья наши евреи, приготовьтесь. К вам грядет пробуждение. The time of the Gentiles has been fulfilled. Ибо время язычников исполнилось. We bring you good news. Сейчас мы несем вам благую весть. We used to come here to take your lives. Мы приходили сюда для того, чтобы лишать вас жизни. Now we come to lay down our lives so that you will know your Messiah. А теперь мы готовы свои жизни положить, чтобы вы познали своего Мессию. We used to be concerned about borders. We used to fight over land. Мы волновались об этой земле, мы хотели сражаться за нее. Now we have the kingdom of God. Теперь у нас есть все Царствие Божье. Your Jewish Messiah has set us free. И ваш еврейский Мессия освободил нас. Your Jewish Messiah has blessed us beyond belief. И ваш еврейский Мессия благословил нас более всего мыслимого. And the unsaved Jews will say, и неверующие евреи скажут: our Messiah did all this for you? Наш Мессия все это сделал для вас? What are you doing with our Messiah? И вообще, что наш Мессия у вас там делает? You better give him back to us. Верните-ка его нам быстренько. Friends, listen. It's the other side of Abraham's family that will provoke the Jews to jealousy. И братья, друзья, послушайте, именно вот эта часть семьи Авраама, она возбудит в евреях ревность по Богу. No one will provoke the Jews to jealousy more than a born-again Arab. Никто не может возбудить в евреях ревность по Богу больше, чем рожденные свыше евреи. This is, I believe, this is a picture of the end times. This is what is coming. Это картина последних времен. Это то, что грядет. And you know what? In a way, it starts right here in Central Asia. И вы знаете, это уже сейчас происходит и начинается здесь, в Средней Азии. Because the wave is coming from the east. Потому что эта волна, она подкатывается с востока. Moving back towards Jerusalem. Она движется по направлению к Иерусалиму. And you are right on the cutting edge of this. И вы сейчас находитесь практически на гребне этой волны. And so I want to encourage you. Поэтому я хочу ободрить вас. That's why there's so much unrest.